улыбчивого всем настроения мои готовые игрушки. Хочу показать, какие у меня девочки-зайчики с морковкой получились. Вы их уже видели в заготовочке. И сейчас хочу показать в готовом виде. У меня розовенькая и фиолетовая девочка. Вот такие волосики, очень мягкие, и мне нравится сочетание вязаной игрушки с вот такими волосами, не ниточными, а именно такими более натуральными. Кто хочет, можно сделать 2 ряда, 3 ряда, более густые. Но так как у меня игрушечка совсем крошечная, такая вот с ладошку, я решила делать их не сильно пышными и не сильно густыми. Сделала более плотнее впереди и более реже сзади. Покажу еще эти трессы, которые я использовала. Вот таким цветом. Первые у меня были блондинки, а сейчас вот такие более натуральные. И розовенькая девочка, зайка с морковкой. Вот такая. Они мне очень нравятся. Получаются такие очень-очень миленькие девочки.